Большая часть Хакасии с нетерпением ждет, когда станет теплее, но только не жители Кайбал. Оттепели и особенно грядущей весны сельчане боятся, ведь они уверены. В этом году их домам грозит серьезное наводнение. Основания у жителей Кайбал для таких опасений есть. Пенсионеры Кайбал приходят к реке минимум раз в неделю и сокрушаются. Затор из поваленных деревьев до сих пор на месте. Он образовался прошлой весной, когда выше по течению взрывали ледовую пробку. Ведь под угрозой подтопления оказался райцентр. Теперь под угрозой кайбальцы, ведь уже летом река Абакан нашла новое русло. Рядом с огородами сельчан. Она же эрозия идет водная, она весной тут же такая скорость идет, такое течение. И вон они все заборы будут сыпаться. Конечно, это вот один сезон, а на тот год уже вон, будет уже все. Заборы снесет огородние. Сельчане люди энергичные, на месте не сидят. Часть поваленных деревьев растащили сами. Остальное пытались сжечь, но дерево за лето намокло и заилилось. Теперь можно сдвинуть только трактором. По словам жителей Кайбал, Белоярский сельсовет свою помощь прошлым летом обещал. Обещали, что до осени, вода спадет, и они разберут эти заторы. Но заторы-то стоят уже, зима кончается, новое половодье подходит. Судя по всему, сегодня сельской власти не до Кайбал. Через месяц выборы нового главы. И действующий Александр Минтихо решил в них участвовать. Видимо, давать комментарий по такому не слишком приятному поводу кандидату сегодня не хотелось. Пришлось оправдываться подчиненным. Однако их ответы вряд ли успокоят жителей Кайбал. Водные ресурсы, в том числе река Абакан, в видении Белоярского сельсовета не находятся. Ведь водными ресурсами занимается территориальный отдел управления водных ресурсов по республике Хакасия. Поэтому жители должны обратиться туда. Проще говоря, белоярская власть спасать огороды своих сельчан не намерена. А вот в департаменте водных ресурсов Хакасии пояснили, что федеральный закон, согласно которому местная власть несет ответственность за безопасность своих граждан, никто не отменял. Что касается затора в Кайбалах, то департамент водных ресурсов о нем ничего не слышал. Сообщать об угрозе обязаны как раз сельсоветы.